С вами канал Улица Москвы. Мы продолжаем прогулочки по Останкинскому району. И сейчас вот свернули с Аргуновской улицы на третью Новоостанкинскую. Я этот поворот сначала не признал в предыдущем выпуске. Подумал, что это просто какой-то левый поворот во дворик. Но нет, это вот поворот на третью Новоостанкинскую. Небольшая улочка. Существует третья и вторая. А первая — это вот так раньше называлась сама Аргуновская улица, с которой мы свернули. Вот так вот. А, ну понятно. А здесь вот улица проходит через арочку жилого дома. И поэтому мне показалось, что дорожка упирается в тупик. Но нет. Я, кстати, не помню, что был когда-то в этих краях, но может быть туда ближе к улице Цандера. Такая вот тут улица, которая проходит сквозь дома. Спрятавшись тут надежно. Посмотрим в ту сторону. Существуют также первая и вторая Останкинские улицы. Они у нас с другой стороны улицы Академика Королева, то есть северной. Туда ближе к Останкинскому парку и ВВЦ. А здесь вот мы с южной стороны, то есть ближе к центру. Как все зелено. Сложившаяся жилая застройка. Дома примерно 70-х годов, как я вижу. Что-то типа детского сада. Мне вообще нравятся такие места, где уже сложившаяся застройка, взрослые, так скажем, зеленые насаждения, а не просто маленькие палочки натыканные. Которых и незаметно. Но еще по этой причине я не совсем положительно, так скажем, отношусь к реновации. Но ее, конечно, в некоторых случаях делать надо. Например, бывают дома вообще там с газовыми колонками. Это издевательство просто. Но некоторые дома, которые вполне еще конструкционно, так скажем, могут простоять несколько лет, и в которых и газ, и горячая вода там. Я думаю, может, их и не стоит ломать. Вот такой переулочек безымянный, такая перемычка между третьей и второй Новоостанкинскими улицами. Вот вторая проходит параллельно, я думаю, мы сейчас в ее сторону и направимся, чтобы показать вам в следующем выпуске. А дальше у нас еще одна арочка будет. Вот так вот.
Да, интересные архитектурные решения, довольно-таки редкие для типовой, так скажем, московской застройки.